Всем привет! Это Леруа Мерлен. Скорее всего, остатки от 1 сентября, цветочки эти. Я решила тоже, естественно, посмотреть. Ну, времени не было приехать к самому завозу. Ну, вот такое количество орхидей тут есть. Есть ничегошные такие прям. Очень даже. Хорошие. Есть даже, смотрите, вот такие. Через мешок не видно. Я сначала издалека подумала, бабочка, что ли, такая побежала. Нет. Не совсем она, бабочка. Вот, потом, значит, где-то видела беглипы еще. Где я его видела? Где-то видела. Такие небольшие, маленькие. Но они уже бедные тут измучились. Жарко. Смотрите, все цветы вянут. Вон хризантем сколько. Смотрите, все уже вялые. Сейчас я потрогаю землю. Мое любимое занятие – трогать землю пальцем. Сухо, сухо. Вот поэтому все и вянет. Плюс, конечно, жарко в магазине. Никак не подойти, потому что тут огромный фикус всю дорогу перегородил. И куча фикусов других. В общем, я хожу вот так, как неприкаянная вокруг. Вот, издалека только посмотрела. Ну, вижу, что там есть беглипы, да, трилипсы. Вот, много роз, азалий. Ой, какие красивые. Обалдеть. Чудо, чудо, чудо. Просто нереальное. Вот, вот такие вот маленькие фаленопсисы. Цена, ну, если вас интересует цена, ну, вот эти, допустим, 1190, 1333. Так, а те? А те сколько у нас стоят? Со скидкой. Скидка 496 рублей, скорее всего. Сколько они в итоге стоят? Новая цена. А, нет. Получается, что они с 496 рублей, вот эти все орхидеи. Ну, я так поняла. А вот те, вот которые стандарты, 1440. Вот, смотрите, можно небольшие орхидейки выбрать. Да, 50%. Реально. 496 рублей вот эти орхидеи. Смотрите, ну, неплохо. Неплохо. Биглипчики. Так, я не буду покупать, мне не надо. Так, вот эти уже подороже, конечно. Вот, смотрите, какой биглип красивый. Здесь, наверное, да, тоже 1500. Нереально, конечно. Очень нежный, просто обалденный. Ну, тут цены, видите, указаны на пакетиках. 834. Те, что попроще. Вот и за 1011 рублей. В общем, разные цены. Вот еще беглипчик. Для коллекционеров беглипов здесь прямо сегодня раздолье, я бы сказала. О, какая красивая. Не, ну этот беглип реально красивый. Реально красивый. Я уже давно не покупаю орхидеи, потому что у меня своих девать некуда. И я их даже продаю некоторые. Поэтому не будем о грустном. О, смотрите, какие живенькие. Красота. Так поставить на окошко, очень живенько. Беленькую и розовенькую. Тут же и гортензия. Супер.
Что-то мне очень стали нравиться искусственные цветы. Посмотрите, какая красота. Ну, это же вообще просто шедевры какие-то. Ну, кто их создает? Зачем они нас соблазняют? Ой, какая красота. Нереальная, конечно. Про это я вообще молчу. Это я давно вам уже показывала такую красоту. Ой, это... О, начала с орхидей, закончила искусственными цветами. Вы посмотрите. Это же просто чудо. Вообще, чудо, чудо. Мне вообще нравится вот это все. Красота, смотрите. Ох ты ж. Искусственные мандарины. Пенопласт покрашенный. Ой, Ники. Ой, тут же у нас и Новый год. Ух ты, ух ты. Забыли убрать, что ли, Новый год. Я, честно говоря, пришла сюда за препаратами для сада. А, нужно уже обрабатывать смородину, там яблоньки всякие. Вау! Вот оно! Счастье архамана-любителя! Уценка! Гнилые орхидеи! Ой, я себя в молодости вспоминаю. Боже ж ты мой, сколько я их вот этих напокупала-то и спасла. Кстати, в основном спасала. Посмотрите. Ну, прямо вот рай. Вот прям берите и наращивайте корни. Прямо красота. И сколько это счастье стоит? Ну, наверное, по-разному. Да, по-разному. 560, 432. Там, ну-ка, гнилые сколько стоят? Давайте посмотрим совсем. Где там, где я видела совсем гнилушечку-то? Нет, 500 тоже там 80 или что-то. Ну, наверное, когда уценяли, еще листья были на месте. А потом все попадало. Да, ну прямо обалдеть, сколько много. Смотрите, есть даже с цветами. Прямо вообще огонь. Я вспоминаю свою юность орхидейную. Я бы сейчас здесь все скупила бы, все. Особенно вот эту я бы схватила сразу бы. Ну-ка, сколько она стоит? 432 рубля. Ну-ка, иди сюда. Вау. Какая, да? У меня, кстати, такая была, мне кажется. Я уже даже не помню, что у меня там есть, что нету. Ну, кстати, не совсем уж она и плоха, между прочим. Ну, не знаю, нет. Извините, конечно. Но нет, я оставлю их вам. Приезжайте, покупайте. А я вон все больше по удобрениям. Теперь еще. О, вот это моя стезя. Вот это мне все надо сейчас. И вот это тоже мне сейчас очень сильно интересно. Луковичные. Тюльпанчики уже на следующий сезон. Ах, какая красота. Лилия, смотрите, какая. Это я все пытаюсь купить что-то такое подобное. Но мне все время попадается почему-то оранжевая и не махровая. Не знаете почему? Я тоже не знаю. Поэтому я что-то как-то не доверяю вот этим всем теперь магазинам. Ой, рябчики. Я помню, рябчика хотела купить. От крота. Кто-то мне сказал, что помогает. Ну, что-то они какие-то там завернутые в бумагу. Непонятно, что там внутри. Мне, кстати, сестра обещала откопать рябчика. Кстати, обещала. И так и не откопала. Надо ей напомнить. Если она будет смотреть мое видео... Она сразу же вспомнит. Так, что тут еще у нас? Астильба. Вот такая красивая есть. 380 рублей. Вот опять лилия белая, махровая. Ну, 400 рублей, блин, жалко. А купишь, будет не то. А у меня это было уже не раз. Так, ну что? Ну, конечно, если что-то меня поразит, да... такой степени, что я не смогу пройти мимо, конечно, я куплю. Тюльпаны очень есть красивые. Так, 3 штуки 280 рублей. Ну, в принципе, как везде. Не сказать, что дешево. Вот, вот это да, за 555 рублей. 5 штук, правда. Ну, красивые. Знаете, какие.
что-то, ну, тут уже приобрели, пока я там ходила. Что это такое? Карбамид. Карбамид. 4 хватит? 4, ну надо, пока и хватит. Пилякает, давно это пилякает. Не выражайтесь, пожалуйста. Видео включено. Он сказал слово говно. Слышали? Я тебя сдала подписчикам. Так, это семена, это сейчас не актуально. Банки уже тоже для меня не актуально, уже все закатала. Так, все, пошла я смотреть удобрения. Это что такое? Газоны мне уже не надо. Мне уже все газоны посажены. Смотрите, сколько тут семян. Как на грех, сколько хочешь. Много семян. Ладно. В общем, показала вам, что есть по-быстрому. Ничего нет. Все, что есть. Ну, извините, называется. Ладно, пойду выбирать себе препараты и на дачу. Всем пока!